Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим самые вкусные на свете креветки. Мы будем их жарить. Поверьте, это просто потрясающе. Сначала наши креветки нужно хорошенько разморозить. Лучше, если это будет сделано естественным способом. Потом креветки моем под краном, чтобы смыть всю грязь, и промакиваем бумажным полотенцем. Это делать обязательно, лишняя влага в креветках нам не нужна. Теперь берем глубокое блюдо и перекладываем туда наши креветки. Кстати, вы, наверное, заметили, что мои креветки крупные. С мелкими возиться, но так себе удовольствие. Конечно, вкусно, но дольше. Берем чеснок, режем его на мелкие пластины и добавляем в блюдо к креветкам. Туда же насыпаем немного соли, но, пожалуйста, не пересолите, соль не должна перебивать вкус самих креветок. Одной чайной ложки, думаю, будет достаточно. Теперь нам понадобится сушеная кинза или любые другие ваши любимые травы. Насыпаем тоже одну чайную ложку сухих трав и добавляем соус терияки. Очень не советую заменять соус терияки обычным соевым соусом. И теперь все хорошенько перемешиваем. Лучше всего это сделать руками, чтобы каждая креветка была покрыта маринадом. Оставляем наши креветки промариноваться на 20 минут при комнатной температуре. Запах уже просто бомбический. На толстостенной сковороде растапливаем большое количество сливочного масла. Тоже ни в коем случае не заменяйте его, пожалуйста, растительным. Нам нужно взять именно сливочное. И выкладываем жариться наши креветки. Масло должно прям шипеть. Жарим креветки примерно по 1-1,5 минуты на достаточно сильном огне с двух сторон. Аккуратно переворачиваем лопаточкой. Перекладываем на тарелку и можно уже подавать к столу. Креветки вкусные как в горячем виде только что со сковородки, так и в холодном, когда немножко остынут. А этот соус из сливочного масла и маринада просто невероятный. Уверена, вам тоже понравится этот рецепт. Приятного вам аппетита!